Кстати, я в магазине нашел, решил купить и попробовать. Смотрите, какая, блядь, красота появилась в нашем магазине. Ебать! Ну я уже видел картинки. Я уже видел фотографии с тем, что это херь появилась. Но я сначала долго думал, что, бля, может это рофел такой? И на самом деле там фотошоп? Не, нихуя, реально. То есть это как бы намек, что типа, погодите, так это же тот же ш... Тихо, 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 тихо. Это другое. Как же вы не понимаете... Почему я на еврейском стал как-то говорить? Ну, в общем, как же вы не понимаете, это другое. Ну, потому что тему соответствующую обсуждаем. Да, это совсем другой напиток. Ну, кстати, я его уже попробовал. Это не Швепс нихуя. То есть это реально какая-то другая срань. Я даже не могу сказать, больше она мне нравится или меньше. Потому что, с одной стороны, она не такая горькая, как лимонный Швепс. А с другой, ну, она и какой-то уж больно приторный становится. То есть, я не скажу, что мне горечь обычного Швепса очень нравилась. Но какая-то вот такая именно чисто лимонный, да, полуприторный оттенок. Не сказать, что тоже какой-то прям манящий, заставляющий тебя, ух ты, вот это класс. Но такой вот он. Ну что ж, господа. Другой вид Швепса. Ну, там и тоник был тоже. Тоже, ну, тот-то вообще пиздец какой горький. А лимонный, по-моему, тоже не такой был. Хотя я не помню вообще, какие там конкретные еще вкусы, кроме гранатового, были. Ну, ладно. Хорошо. Все-таки сладковатый вкус, но запить. Запить ёбнем самое то. Я, в принципе, много и другой всякой хуйни накупил. Тоже потом попробовать. Например, вот такая вот ёбань. Двухлитровая. Пиздец, не знаю уж, что это такое. Естра. Лимон. И вот такая еще. Соло. Тупо в соло, нахуй. Ну, какая-то наша тема, походу. Да. А еще интересно, что в этом напитке надписи, ну тут не увидеть, надписи на казахском. Алкоголь сиз каты. Газдалган сусын лимон. Тенгеринди ди колеми. Так, литр 45. Жарамдылык мерзими. 6 ай. Короче, как-то вот так читается. Ну, хер знает. Да, видимо, тоже и на продажу это все.